Накануне Дня гражданской обороны проводится штабная тренировка во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации под руководством МЧС России. Старт мероприятию дал глава МЧС России Александр Куренков. Уважаемые коллеги, государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан. Поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. Главная цель тренировки – это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. При этом важно отработать все задачи гражданской обороны, в том числе вопросы оповещения и информирования населения. Особое внимание следует обратить на проблемы, которые будут выявлены по итогам тренировки. В каждом регионе России в ходе тренировки отрабатывается наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Сценарии мероприятий включают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций, а также осмотр личного состава и техники. При этом особое внимание уделяется правильной оценке обстановки и принятию решений органами управления. Напомним, в этом году 4 октября отмечается 91-я годовщина со дня образования гражданской обороны. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.